друзья! Мы вновь на канале Farnax Film. У нас сегодня выездное мероприятие. Мы монтируем печь «Атмосфера», чугунную банную печь от компании «Прометалл» в бане под Новосибирском. Баня еще без отделки, так что красота. Очень удобно монтировать. Нет даже потолка, ни чернового, ни чистового. Но, естественно, мы столкнулись с определенными проблемами при проходке трубы через кровлю. Но обо всем по порядку. Давайте смотреть. Как вы видите, работа проделана немало. Был выполнен проем. Проем затем превратился в красивейший портал из шамотного кирпича. Кирпичики подогнаны один к одному. А вот с обратной стороны стена в парной, в месте нахождения печи, целиком защищена кирпичной кладкой из того же шамотного кирпича. Предварительно установив печь, определили центр оси дымохода. Пришлось убирать часть стропила и обрешетки, но хорошо, что нет потолка, так что и отделочникам меньше работы в будущем, и нам проще. Печь ждет своего часа, а пока последние приготовления перед монтажом потолочной разделки, которую сделали из суперзола. Короб закрепляется, и перед установкой печи уберем с подиума сор. В собранном виде печь весит больше 150 кг. Все навесные элементы сняли, но все равно двигаем вдвоем. Чугунная дверца с топливным каналом крепится к корпусу печи болтовым соединением. В месте примыкания топливного канала к топке проложен шнур. Заденем печь на место, вернем в топку колосниковую площадку и другие элементы. И, конечно, наденем сетку, закрепив ее к основанию. Теперь в коробе можно проделать отверстие для вывода сэндвича. Вот такой небольшой лайфхак. Отживший свое отрезной диск идеально подходит в качестве шаблона. Через внутреннее отверстие отлично видно центральную точку. Суперизол легко поддается обработке, отлично сверлится и режется пилой электролобзика. После первого метра монотрубы через короб пойдет сэндвич. Подготовим его и займемся набивкой разделки. Прям как по учебнику, все красиво встало. И здесь больше 19 сантиметров. И там еще перед выходом тоже сэндвич будет внизу. Низ короба закроем декоративным фланцем. Придется немного подрезать его и подготовить отверстие для того, чтобы тому, кто будет заниматься отделкой бани, не пришлось сверлить их на весу.
достаем. Пока не будем до конца снимать защитную пленку, фланец оставим висеть на хомуте. Сетка Economizer отлично экранирует тепло от трубы. Ее можно заполнить камнями, и получится еще одна каменка. Сверху дымоход будет защищен стальным кровельным проходом. У нас получилось завести его под конек, так что ни влага, ни снег не будут попадать под него. Друзья, монтаж окончен. Печь установлена на пьедестал из шамотного кирпича. На выход дымохода установлена дымовая труба, монотруба. Сверху ее закрыли сеткой для того, чтобы впоследствии ее заполнить камнями. Камни будут отдавать мягкое тепло в парную. Естественно, сделали потолочно-проходной узел, очень такой серьезный узел. Вывели дымоход через кровлю, и впереди нас ждут завораживающие кадры первой протопки. Впереди на нашем канале еще много очень интересного. Не забывайте подписываться и также не забывайте отмечать колокольчик для того, чтобы не пропустить новый ролик. Подписывайтесь на Фарнак в социальных сетях, там тоже очень много интересного. Ну а мы с вами на сегодня прощаемся. Счастливо!